Луганской Народной Республике с 14 марта возобновляется учебный процесс в дистанционном режиме. Студенты, школьники и даже воспитанники детских садов наконец-то смогут снова встретиться с друзьями и продолжить обучение, прерванное военными действиями в рамках начала специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации, Народной милиции Луганской Народной Республики. Возобновляются занятия в дистанционной форме. Далее у нас идет сейчас проработка приказа. Мы готовимся с 21-го, будет точно заочное обучение, будет, соответственно, издан приказ. Но сейчас, пока мы с понедельника занимаемся в дистанционном режиме. То есть тот режим работы, который у нас был до 19.02.2022 года. Условия обучения у студентов Далевского университета позволяют осваивать необходимые знания в режиме дистанционного обучения. Это удобно и практично. Профессорско-преподавательский состав университета работает в рамках учебного плана, предоставляя студентам всю необходимую информацию и проводя контроль знаний с помощью режима видеоконференции и выполнения индивидуальных занятий. У всех у нас дома стоит программное обеспечение Windows, которое продолжает работать, несмотря на все введенные санкции первый раз и второй раз. То программное обеспечение Moodle, которое мы пользуемся, оно автономно. Находится на сервере университета, специально предназначенном для дистанционного обучения. Никакой утечки информации, никакой блокировки здесь быть не может. Могу сказать, что высококвалифицированные наши специалисты, они постоянно следят за работой сервера и в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций всегда обеспечивают сохранность данных, ну и защиту самой системы от внешнего влияния. Так что не стоит переживать, не стоит волноваться. Система работает и, я думаю, будет продолжать успешно и нормально работать. Институт дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения Далевского университета работает в штатном режиме дистанционного обучения. Значит, точно так же, как и во всем университете, в нашем институте дополнительного профессионального образования, дистанционного обучения, занятия вот именно с сегодняшнего, с 14 марта, будут проходить пока в дистанционном режиме. Поэтому всем нашим слушателям предоставляется возможность зайти на платформу Moodle. Мы уже работали с этой платформой, она показала себя с наилучшей стороны, очень удобная как для преподавателей, так и для всех наших слушателей. Поэтому мы возобновляем свой процесс с сегодняшнего дня именно в таком дистанционном режиме. Используя широкие возможности программного обеспечения для удаленной работы, сегодня успешно проходит образовательный процесс в дистанционном режиме в Луганском государственном университете имени Владимира Даля.